Да, немножко грустно. Девятый монолог мой, записанный чуть ранее до этого, слетел. Слетел, увы, не смог записать я его, да. Буду сейчас продолжать, значит, развивать мысли. Это получается, мне надо вернуться на 4 минуты с хуем там обратно, наверное. В общем, монолог, да. Погнал я что-то, поперло меня. Ну да ладно. И, в общем, учитывая все эти события, то, что жизнь наша так кратка, в принципе, неважно, да, чем ты занимался бы и чем ты не занимался бы. Все, что ты есть, вот, ну, живешь ты правильно или неправильно, по понятиям или не по понятиям, по законам, это все лишь впитанная в тебя культура, в которой ты вырос, ни больше, ни меньше. То есть повезло бы тебе родиться, например, в другой стране, а вполне возможно то, что ты, слушатель, можешь оказаться из другой страны, из другой республики, из другой культуры вообще. Да, в принципе, у нас, блядь, даже в России, собственно говоря, есть разная культура, блядь. Ну, как бы, есть, например, ну, Москва, есть там Подмосковье, есть там, блядь, другие города, есть вообще, блядь, ну, Сызрань, я не знаю, ну, и вообще культуры разные. Даже в городах, блядь, культуры. Хули там говорить, семьи разные, блядь, разные люди в одном и том же городе или даже в одной и той же деревне. Люди, блядь, разные, ебаный в рот, ну пиздец. И, в общем, культура, ценности, да, как бы, которые моральные ценности, что такое правильно, что неправильно, тебя заложены исключительно, как бы, твои, субъективные. Не больше, блядь, не меньше. И мои также не меньше. Так что, думаем дальше, да? Как прожить эту жизнь? Хороший вопрос. Не знаю. И ты не знаешь, да. В общем, что такое достойно, что недостойно. В общем, понятия все, они разноракурсные, причем переворачивающиеся такие. Знаешь, как это можно трактовать абсолютно по-разному. То есть, казалось бы, живет человек, делает все правильно, все четко, и тут появляется другой человек и говорит: ебаный бро, я ты долбоеб, ты делаешь вообще все, блядь, через жопу. Ты что делаешь? Ты вообще, блядь, ты неправильно живешь, полностью аморален, блядь. То есть, например, ну, как бы, да, есть войны, блядь, разные войны, всякие, интеллектуальные, в первую очередь. Войны, блядь, на уровне подсознания, культуры, воспитания человека. Они, причем постоянно, вот эти вот спички, знаешь, как бы недопонимание, что у одного в порядке вещей, да, там, например, ну, он столкнулся с тем или иным, там, раскладом событий, что на него повлияло, на его мышление и мировоззрение, в общем, они изменились, они там, ну, либо делались какие-то, ну, в общем, деформировались немножко, да, там, как бы, да и, в общем, вообще просто стали такими, какими они стали. В общем, человек считает, ну, там, я не знаю, блядь, предательство — это единственный правильный выход. Да. Ну, или еще какие-либо там темные делишки, например. Там, ну, кто-то считает, например, завалить человека. Нормально. Кто-то у кого-то табу просто, блядь. Никого никогда, нахуй, не ебнуть, не завалить, не причинить боли человеку. А кто-то просто кайфует от этого. И кто-то думает даже то, что другие от этого кайфуют. Сделает я побольнее человека. Или ебну я его. А мне похуй. Он просто, блядь, думает не так, как я думаю. Он неправильно думает. А что такое правильно? Что такое лично? Нет лично. Нет правильных понятий. Нет, блядь, ничего. Все есть субъективно. Все есть только то, что, блядь, у тебя в башке происходит. У меня в башке происходит. Все, пиздец. Это вот весь наш мир. Весь твой мир. Все, что происходит у тебя в голове. Здравствуй, смог. Да.